Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Дмитрий Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала. Известный телеведущий не исключил, что уйдет из проекта, если произошедший скандал будет угрожать его репутации. Актер Дмитрий Нагиев, ведущий проекта «Голос дети», высказался за предложение гендиректора Первого канала Константина Эрнста об изменении способа подсчета зрительских голосов за финалистов, если в этом возникает необходимость. По словам Нагиева, ситуация с голосованием в финале последнего сезона проекта ввела его в недоумение. Также телеведущий добавил, что не является третейским судьей и не может утверждать о том, что правила голосования были нарушены. Кроме того, Дмитрий Нагиев рассказал, что может покинуть проект, если он будет угрожать его репутации. «Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах», – заключил актер. Победительницей финала последнего сезона проекта «Голос дети» стала 10-летняя дочь певицы Алсу Микела Абрамова, что вызвало недовольство в социальных сетях. Затем на Первом канале заявили о подозрительной активности в сторону одного из конкурсантов во время зрительского голосования, в связи с чем началась проверка. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!